Что делать с поврежденными деньгами? Время и случай беспощадны по отношению к деньгам. Банкноты ветшают, загрязняются, рвутся и постепенно выходят из строя, то есть теряют платежеспособность. Бумажные деньги по забывчивости стирают вместе с джинсами, используют как бумагу для случайных заметок, на них ставят штампы и постоянно передают из рук в руки. Разберемся, какими купюрами еще можно расплатиться в магазине, какие придется менять в банке, а какие уже отслужили свой срок и потеряли платежеспособность. Повреждение на монете или банкноте еще не значит, что она автоматически выходит из строя. Есть три варианта. Повреждение не сильное, деньги по-прежнему платежеспособны. Их должны принимать и в магазинах, и в банках. Повреждение значительное, деньгами не получится оплатить покупку, но их можно поменять в коммерческом банке на новые банкноты или монеты. Вам достаточно прийти в кассу банка. Если кассир подтвердил, что банкнота или монета платежеспособная, то вам обменяют их на новые, выдав наличными или могут зачислить деньги на ваш счет. Иногда для обмена понадобится дополнительная экспертиза в учреждении Банка России, и вам придется подождать официального заключения о платежеспособности. Повреждение настолько сильное, что банкнота или монета перестают соответствовать признакам платежеспособности. Деньгами нельзя расплатиться и поменять их тоже нельзя. Чтобы понять, как действовать с пострадавшей монетой или банкнотой, нужно оценить степень повреждения. Это вы можете сделать самостоятельно. Какие бывают типы повреждения банкнот? Первый тип повреждения ⁇ на деньгах, потертости или грязь. Загрязнение ⁇ самая распространенная причина сокращения срока жизни банкноты. Чаще всего бумажные деньги изымают из обращения и уничтожают, потому что они ветшают и загрязняются. Это своего рода естественное старение купюр. Если банкнота с потертостями и загрязнениями, или на ней есть небольшие локализованные пятна, например, от масел или краски, но изображения отчетливо просматриваются, то ее все еще могут принять в магазине несите такие банкноты в магазин, вы можете смело расплачиваться ими. Правда, если на банкноте есть серьезные потертости или на ней довольно большое пятно, то такую банкноту можно обменять только в банке. Срок жизни банкнот во многом зависит от их номинала. Чем он ниже, тем быстрее ветшает купюра. У 100 рублевок в среднем недолгий век, полтора-два года. А вот пятитысячная банкнота может ходить в обращении и 5 лет. Второй тип повреждения. На деньгах посторонние символы. Идея написать свой номер телефона на банкноте и положить ее в книгу может показаться романтичной, но на деле, используя купюры как бумагу для заметок и посланий, вы сокращаете срок их жизни. По правилам, если на банкноте есть посторонняя надпись из двух символов и больше, или рисунок, оттиск штампа, она признается ветхой и направляется на уничтожение. Вы можете пойти с этой купюрой за покупками, и у вас примут ее в магазине, но век такой купюры будет недолгим. Как только она попадет в банк, ее выведут из обращения и уничтожат. Если у вас оказалась купюра, на которой есть отметки госзнака, образец, тест другие похожие надписи или перфорации, нанесенные изготовителем, то ее придется оставить на память или выбросить. Такие купюры не платежеспособны, их не обменяют в банке. А вот если вы найдете производственный брак на банкноте, хоть и редко, но такое случается, то ее можно поменять. Третий тип повреждения. Деньги порвались. Да, бумага – недолговечный материал, Поэтому довольно часто у банкнот появляются ранения разных калибров, как совместимых с жизнью денег, так и несовместимых. Если на банкноте есть небольшие проколы, спокойно идите с ней в магазин, такое повреждение не опасно. Правда, если диаметр прокола достаточно большой, то банкноту тоже выведут из обращения. Если на банкноте не хватает уголка или края, то такой купюрой по-прежнему можно расплатиться. Поэтому смело идите с ней в магазин. Но если площадь утраченного уголка или края была значительной, то с банкнотой лучше сразу отправиться в банк. Если у банкноты не хватает значительной части, например, деньги серьезно обгорели, попали в кислоту или размокли и потеряли часть фрагментов, ее однозначно необходимо нести в банк. Вам нужно аккуратно собрать все оставшиеся фрагменты, и отнести их в банк для проведения экспертизы. Подлинные поврежденные купюры, сохранившие необходимую для обмена площадь, обменяют на новые банкноты. Такая проверка может занять существенное время, но обойдется вам совершенно бесплатно. Случай пожара, в котором пострадали деньги, лучше подтвердить соответствующей справкой. А если от банкноты осталось меньше 55%, то ее уже не обменять. Если у банкноты есть надрывы, такую купюру у вас обязаны принять в магазине. Правда, если надрывы достаточно большие, то с ней лучше отправиться в банк. Если банкнота порвалась на кусочки, несите ее в банк. Если она полностью порвалась или ее порезали, ее можно склеить и отнести в банк на обмен. Из кусочков надо собрать не менее 55% от полной площади банкноты. При этом важно, чтобы все фрагменты принадлежали одной купюре. Вы можете собрать банкноту Франкенштейна, если у вас есть две поврежденных банкноты одного номинала, и они по рисунку складываются в одну банкноту. Главное условие, каждая из частей должна составлять не меньше 50% от полной площади банкноты. Такую купюру вам поменяют в банке. А вот банкноту, которая потеряла лицевую или оборотную сторону, то есть расслоилась, обменять уже не получится. Четвертый тип повреждения. Деньги окрасились. Если вы случайно постираете банкноты вместе с вещами, деньги могут окраситься. Окрашенную купюру нужно отнести в банк, где вам ее поменяют на новую. Тоже можно сказать и о других видах случайного окрашивания. А вот если банкнота в специальной краске, которая используется банками при перевозке денег, чтобы их не украли, то обменять ее не получится. Именно поэтому купюры, окрашенные краской, вам, скорее всего, обменяют не сразу. Такие банкноты кассир может отправить на дополнительную экспертизу, чтобы установить тип краски. Что делать с поврежденными монетами? Металлические монеты служат дольше банкнот, и возможных несчастных случаев с ними может произойти меньше. Но если повреждения все-таки есть, необходимо следовать правилам обмена. Если первоначальная форма не изменилась, и на монете только мелкие царапины или потертости, ей можно расплачиваться. Если монета погнулась, сплющилась, надпилена, на ней есть отверстие, но при этом она сохранила не менее 75% своей массы, то такую монету поменяют в банке. Если монета оплавилась или поменяла цвет, всему виной температура или агрессивная среда, вы можете поменять ее, но только в том случае, если удастся установить, что монета была выпущена Банком России. Монету полностью без изображения и часть монеты у вас не примут даже на обмен. В банке обменяют любые суммы поврежденных денег. Да, вы можете принести и заржавевший рубль, и обгоревший миллион. Если вы хотите обменять деньги на сумму до 40 тысяч рублей, и у кассира нет сомнений в их платежеспособности, предъявлять никакие документы не потребуется. В случаях, когда сумма больше или купюры и монеты нужно отправить на экспертизу, понадобится паспорт. Можно ли поменять старые деньги, которые больше не ходят? Деньги, которые вышли из обращения, например, советские рубли, утрачивают свою функцию. Ими нельзя расплатиться в магазине или обменять их в банке. Их можно только оставить на память.